Ребята, Люда без меня вообще ничего не может сделать. Милана, ест запеканку, которую Люда сделала. Слежу, смотрю телевизор, Люда. Саша, иди сюда. Нарежь мне лук. Ой. Смотри. Так, на, поснимай меня. Милане так понравилась запеканка вообще, да, Милан? Давай. Давай, я потру лук. Ребят, ну, это все делается одним движением. Что ж так, близко, господи. На этом? Да. Смотрите. Не снимай меня, потому что я сейчас... Ай, все. Быстрее блендер. А это куда? А это не надо. Это уже все. Это уже все. Вот так вот. Такие пироги. Люд, пожалуйста, ответь на вопрос комментатора одного. Так. Короче, пишут, что Люда немножечко поправилась. Видно, кого-то ждет. Что ты можешь по поводу этого сказать? Интересный вопрос. Так, ну что, как всегда мы делаем котлеты. И будем сегодня чавкать по полной программе. Будем чавкать? Естественно, без чавкания как можно вообще есть. Люда очень любит чавкать. Обожаю. Сегодня постараешься сильно почавкать? Да, вот special for you. Вот специально. О, все, последнее. Надо нормальный сухарь взять. Вкусный, коричневый. Вот все, что осталось нашей любимой запеканки. Да, да, ну я рада. Что... Я тоже очень рад, что дети поели. Просто, знаешь, пожарила, как их... Сыночки. Я не могу понять, где ты поправилась? Я не знаю, вот такая. А, ну да, вот так, кстати, сфотографирую. Аста. Вот где ты поправилась, я не знаю, ну что за комментаторы? Вот где ты поправилась? Вот где ты поправилась? Вообще реально, да, ребят, поправилась 4 кг. А с чем это связано? Что действительно с этим, что спрашивают? Спорт, закинула спорт, начала пить. Есть. И есть. И заниматься разгульной жизнью. Да. Уж. Боже мой. Как только вечер, у меня начинает першить жестко горло. С чем это связано? Почему у меня за целый день, ну, обычно не першит, и только вечер у меня начинает першить. Пипец какой. Завтра надо этот холст купить. Да, холст у нас называется, Саш? Черный. Да. Черный? Вот, да. Или с медом надо купить. Добавила сметаны. Обязательно. Яйцо обязательно. Ну, в комментариях же пишут, что так не делают. Обязательно. Это мой рецепт. В комментариях пишут, что ты, Люда, делаешь. Кто добавляет сметану в котлеты? Ни в коем ты случае. Кто вообще? Так, ладно. Котлеты-то жарить надо. Делай большие котлеты. Не, ну зачем большие, Саша? Я люблю, когда они хорошо прожаренные. Еле и так держу. Ой, смотри, сейчас как капнет на тебя. А что я сделаю? Так, ладно. Ой, там кипит уже. Господи, я не успеваю еще делать. Первая пошла. Что-то масло не сильно разогрелось, по-моему. Ну, я хотела специально, чтобы не брызгало сильно. Саш, сделай вот тут меньше. Вот на этой? Да. О, не господи. Все. Вот это ты сделал меньше. Ну да, а чего нет? Что у меня такой помощник? За что? За какие наказания? Как вот делают котлеты такие, знаешь, как с кусочками сухариков. Панировка, такие маленькие кусочки, ну, да, сухариков. Так и делаем. Ох, Милана задолбался с своим переодеванием. Это же не носим. Я же тёр. А что там? Потереть кофточку. Нет, она мокрая. Она мокрая.
Так, ну, вермишелька, она такая мелкая, мы ее покупали на супчик. Но просто что нет у меня, я не купила никакой макароник купила. Поэтому, так, буквально минуточка и все. Нам. Нам уже дали платежки в садике и сказали платить до, обязательно до 10 декабря. Да, я читала, обязательно. В связи с чем такая обязательность связана? А в связи с чем? Завтра заплатим. Еще и ксерокс надо делать. Подтвердить, что заплатил. Ну да, ну все расы, да. Это тот сосед сверлит, который стучал нам по трубам, когда Милана пробежала просто в туфельках. В туфельках, да. Да. Хороший сосед. Запеканку. Из запеканки понаедались, наверное, не знаю, может попозже будет чуть вкусно, что ничего. На, тебе такой еще какой-нибудь костюмчик купи домой. Все начали писать про этот ролик, который про суп. Ой, это моя бабушка так готовила тоже с потрохами. Да, в итоге что, блин? Я варила час, ну не сварила. Видала, старая утка была. А я люблю погрызать, люблю. Я вообще грызть люблю. Ха-ха, Сыра Мура. Не, пишут, что ты меня любишь пилить. И грызть. И грызть. Сгрызла мне полуголовы уже. Господи, что ты всегда меня делаешь, как будто вот реально. Ну зачем? Так, выключи, наверное, и накрой крышку. Она там буквально чуть-чуть, это все посыпается. И крышка накрой. Полностью? Ну накрой, ты же выключил уже это, да. Поставишь. Люда, какой бы ты хотела подарок на Новый год? Что бы ты хотела получить? Я знаю. А что? И что? Не-е-е. А что? Это и так вам прокатит. Прикольно. Ну, я бы хотела укол красоты. Кого? Укол красоты. Что это означает? Укол красоты, мы уже с тобой об этом говорили. И я хотел бы укол красоты. Зачем тебе? Ты уже ничего не поможешь. Ты просто... ну ладно. Все должно быть в меру, в меру. А зачем красивому человеку укол красоты? Тут красивая. Я понимаю, Саш, но мне не нравится, когда я морщусь, у меня лоб морщится. А ну, наморщ.
Вот. Я всегда, когда эмоции тебя переполняют? Не переполняют, вот я разговариваю, я всегда. Ну, короче, я не хочу это рассказывать, так. Это оно никому не нужно. У меня все морщины уже очень видно, морщины мои очень видны, очень видны. И если можно немножечко их убрать, я в этом ничего плохого не вижу, абсолютно. А сколько, ты говорила, это стоит? Да, стоит. Нам надо вон на приставку. Никита заказал приставку. Идите собирать. А что? Или Xbox, или Sony PlayStation. Какой Sony PlayStation? Знаешь, сколько он стоит? Даже если не новый. 20-30. Вот и что, издеваешься-то? Ты говоришь. Муха, привет! Кто это? Боже, одевай эту кофту, Милана, это в садик одевать! Что мне ложить? Как это? В смысле, во что ложить котлеты? На кастрюле нет. А тебе надо их тушить? Нет. Ну, возьми куда-нибудь в какую-нибудь посудину положи. Не очень интересно. Вон. Что-нибудь возьми, положи. Просто поскладывай на тарелочку. Надо сходить в светофор, купить вот эту форму для запекания. Реально. Ну, это не такая уж... Блин, а подварили. Смотри. Давай быстрее доставай. Я в шоке. Пипетный капец. Не, ну ты посмотри. Моя любимая так хорошо готовит. Такую вкуснятину готовит. Это все из-за тебя. А я тут при чем? Говори у меня вообще. Лучше отойти. Отлично, спасибо вам большое. Позвоните мне потом, я выйду. Угу. Давайте. Давай, до свидания. Костюмчик. А ты ее просила, чтобы она позвонила, да? Ну, мы вообще договорились все завтра. У нее получилось. Не. Не просила я. А ты увидишь на глаз, подходит он или не подходит? Ну, если сильно маленькая, то, конечно, я думаю, то, конечно, увижу. Ну, ты говорил, что ребенку 7 лет, да? Чтобы она просто... 6 или 7. Ну, ему уже почти 7. Ну, у нас какие-то, во-первых, маленькие, худенькие, понимаешь? В чем дело? Мама сказала, если там не на 2, блин, окей. Давай я пересыплю. Мама сказала... Если оно там не на 2 года налезет, то... И сколько он стоит? Он на 2... А если... Сколько он стоит? 350. 350? Да. Ну, или 250. Я тебе 1000 дам, а она пусть сдачу дает. Ну, подожди, сколько сейчас? Так, это же сколько сейчас? 250 рублей. Ну, если она сдачу даст, 750. У меня 1000. Так, Саш, давай я. Вот это. Потому что, блин, не держала, походу. Через сколько она будет? Через минут 30-40. Ну, нормально. Ну, придержала, ничего страшного. Да что ничего страшного, блин? Да что это такое? Сегодня. Происходит. О, давай я сделаю. Ну, что ты делаешь? Масло надо принести? Да, принеси, ну, вот. Масло. Так она подойдет сюда, да? К нам недалеко? Да, она испугалась. Ой, я с вашей женой общалась, наверное. Я говорю, ну, наверное. Я говорю, что, наверное, я думала, она вообще по поводу туфлей. Что-то я переживаю по поводу, ну, хотя, что переживать. Может, с Никитой выйдет сразу? И как я ему померяю.
смысл так вообще. Как я ему помню? Этого не надо было делать. Почему? Покачим. Тут помогаю, видите ли. Малаф наберет, когда она придет, да? Да, конечно, я говорю, наберете. А как теперь пересыпешь оттуда? Вот сюда, вот сюда. В смысле, как я пересыпешь, Саш? Их так много. Во-первых, надо было сюда не ложить, Саш. А куда надо было ложить? Ну, то же самое пересыпешь. Если у нее есть банк онлайн, я приведу ей с карточки просто. Ты посмотришь, позвонишь мне, скажешь, приводи. Я переведу, скажешь только на какой номер, пусть напишет. Хорошо. Да, и все, так будет проще. Не, ну ты все равно подожди. А, ну да. Ну, 1000 я тебе дам. А то у меня... Подожди, а у меня же какие-то деньги. А, у тебя, по-моему, там такие есть. Это я там... Кость, только пожалуйста. А, подожди, куда? Что, есть у тебя? У меня 200, Саша. 200 рублей. А у меня нет, у меня полтинника нету. Не, а чего? Мелочи можно у дать. У меня нет мелочи. Нет. Ну, ладно. Я скажу, 1000 или 200, что вы играете? Или ничего, да? Или ничего. Не знаю, начала отключаться вот эта вот фигня. Вспышка, да? Вспышка. Еще масло? Да, здесь. Да, и холодильник у нас стоит в коридоре. Да, в коридоре. Да, холодильник у нас в коридоре. Потому что, как это странно, холодильник в коридоре стоит. Ну да, если маленькая кухня, негде, вот где поставить, где. Вот тут вот. Хорошо, когда сюда, когда. Куда тогда стол? А есть нам где? Где? Мне, например, очень удобно, я уже привыкла. Ну все, переварилось. Зато глянь сколько. Я переживал, что будет мало. Ну, переварилась и хер с ним. Господи, прям так переживаешь. Переварилась. Ну, и что? Да, я хотела рассыпчатую вообще-то. Даже, ну, глянь, какая рассыпчатая. Даже ее не доварила, чтобы, знаешь. Глянь, какая рассыпчатая получилась. Не яр халфа. Ну? Не яр халфа. Может, ты... А, нет, уже не видишь. Да, я не пойду к ней, я не знаю. Не знаю. С женщинами, которых я не знаю, не общаюсь. Я общаюсь только с теми, которых я знаю. Мама? Какая смешная шутка. Со мной. Недостаточно. Недостаточно женщин в этом мире. Двух. Тебя и моей мамочки. Любимой. Ра-та-та, ты с ним заколдовал, ра-та-та. Да хватит уже колду басить. Так, я вот думаю. Чё? А что это было? Ну, жира чуть-чуть и смазать. Чтобы не приставало, понял? Ой, чтобы были, ну... А, ну давай еще добавляй. Ну такого люди точно еще не видели. Шок-контент. Она добавила из котлет. Да, ребята, вы лайфхаки берите. Ловите лайфхаки. Господи, у каждого можно учиться. Я кого-то учусь. Вы можете у меня поучиться чему-то. Ага, сейчас напишут, что. Чему тут учиться? Жир добавила в макароны. Ужас. Кого? Жир с котлет добавила в макароны. Ой, боже мой, какая красота! А ну станцуй! А другую песню. А какую же песню? В лесу родилась я. Нет, поди на
Здравствуй, Дедушка Мороз, ты подарки нам принес, ты подарки нам принес, Дедушка Мороз. Вермишельку сейчас будем, вермишельку. Глянь, мама сделала. Ой, глянь, какие котлеты. Милан, посмотри, какие котлеты. Понюхай. Это совсем прекрасно. Запей. Убежал. Какие песенки тебе включить? Какие ты хочешь? Про Дедушку Мороза. У нас теперь вздык Дедушка Мороз. Мы приготовили уже все, да? Да. Все готово. Вот. Она попозже будем, я уже заберу костюм потом. Да, конечно. Сейчас сядет, сейчас кушать, и она позвонит. Да, да, да. Она уже ж будет половину. Люда каждый раз, когда приготовит, все вытирает. Конечно. Оно все в жиру, ты чего? Зачем ты эту плитку натираешь? Стираешь эмаль каждый раз. Не-не-не. Я люблю чистоту. Вот такие котлетки. Такие макарошки. Кстати, очень вкусные. Да? Да. Можешь попробовать. Не откажемся. Ну как так, жирку? Осторожненько. Скажи. Да, четко. Но я не буду много есть, потому что... Ну, конечно. Скоро будем кушать. Много мне надо есть. Ладно, ребята. Скоро будем садиться за стол. Ой, да. Мы будем снимать? Или я? Да, обязательно. Ну, тогда ждите мукбун. Как я могу не снять для моих любимых подписчиков? Чтоб они не услышали, как ты чавкаешь. Так и назовем видео следующее. Чавк-чавк. Чавк-чавк. Чау-чау. Ладно, ребята. Шутки шутками, но чавкать мы все равно будем.